70% котельных Чебоксар к холодам готовы. Грядущий отопительный сезон обсудили на утреннем совещании в администрации столицы. За тепло в жилых домах, учреждениях Чебоксар отвечают 116 котельных. 81 из них проведены все необходимые работы. Отремонтированы все центральные тепловые пункты. Продолжается капремонт котлов и теплотрасс. К зиме готовится и жилфонд. На сегодняшний день промыто, опрессовано 1613 домов из 1788, то есть 90% от плана. Выполнен текущий ремонт внутридомовых сетей водоснабжения более 4 километров. Основные работы должны быть завершены к 1 сентября. Чуть больше срок по объектам электроснабжения – до 1 ноября. Выполнен ремонт 60 трансформаторной подстанции из 102, в том числе по коммунальным технологиям 29 из 53. Заменено 35,4 километра воздушных и кабельных линий электропередачи из 55,5 километров. Пока все работы идут по графику. План, утвержденный постановлением администрации города, исполняется. Надеюсь, что все руководители структурных подразделений и предприятий выполнят взятые на себя обязательства и своевременно сможем запустить отопительный сезон. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.